Если хочешь попрощаться с прошлым, устрой ему прощальную вечеринку. Ну что, приступим? Нет, будем сидеть. Чемпионского! Ведь она может стать началом новой жизни. Ты просто какой-то дед? Да. Капец! Новый не значит идеальный. Чужое брать нельзя, а вот награбленное можно. Богатый. Вы же понимаете. И безответственный. Я признаю свою вину. Но к ней точно захочется вернуться снова. 5 апреля «Папик» возвращается.